Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Спектра Легенда, и сегодня я покажу, как добавить в систему частиц и найти его в SFM. Заходим в мастерскую SFM и пишем название частицы. Я напишу огонь. Ищем нужный для вас частицу, которая вам понравилась. Она мне уже добавлена. Вы ее добавляете. Добавили. И заходим в SFM. Я уже тут сейчас закрутил карту. Теперь нажимаю вот сюда. Сюда. И так. Ищем нужную папку. Вот она. Сюда. И вот они. Наши загрузные частицы. Находим ту, которую в этом случае вот это. Вот она. Нажимаем сюда. И выбираем нужную. Так. Ну, вот она. Наша система частиц. Огонь. Вы можете его протезить. Так. Вот. Извините за лаги. Ну вот. Огонь стал гореть дольше. Их можно делать со всеми частицами. Ну, надеюсь, это видео дало вам пользу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.